Немножко я скупился на квартире. Вот осталась старая мебель. Кого интересует, мебель очень красивая. Дам номер телефона хозяйки. Торшер прикольный. Здесь еще посуда пооставалась, кое-что я позабирал. Кое-что здесь еще пооставалось. Я вот это оставил, мне неинтересно. Это не продается. Это не продается, да. Девочка прикольная такая. Это видно или пошотница, что-то такое. Вот это не продается. Продается огромный сервиз. Просто огромный немецкий сервиз. Нужно мыть его, но все равно как бы созвонитесь с хозяйкой, узнайте, за сколько она хочет продать. Я оставлю номер телефона, вы с ней созвонитесь. Также здесь он много тарелок, подносы, кружечки. Здесь вот маленькие тарелочки. Вот это все продается. Также вот такой вот антикварный шкаф. А он не продается? Хорошо, он не продается. Вот еще в шкафу всякие эти продаются. Шкаф хозяйка себе оставляет. Продается только вот этот шкаф. Там все. И вот это. Все, кого заинтересует, пишите. Приехал я, уже буду разгружаться. Закупочка была интересная. Очень много старых интересных вещей. ВАЗ всяких там, рамы вот позабирал. Вообще рамы разных размеров. Тут их 9 штук. Вообще шикарные рамы. Есть со стеклом. Есть просто целую коробку елочных игрушек. Потом вам покажу. Вот там вот целая коробка большая. Там и ГДРовские разные. Здесь куча. Плюс сейчас еще разгружусь. Такие шкатулочки всякие интересные. Где-то современные, где-то старые. Много, много стекла опять понабирал. И сейчас опять вот человек позвонил, ждет. Сейчас буду выезжать, быстро разгружаюсь и еду еще на один адрес. И буду вам потом все показывать. Я уже разгрузился. Вот такие вот рамы. Рамы прикольные. Ну да, надо делать реставрацию. Забрал я рамы. 9 рам получается. 2 вообще огромные. И здесь вот разные рамы. Здесь какие-то картины были. Или фотографии, что-то было в этих рамах. Как всегда, электросамоварчик. Досточка. Керамическая досточка. Есть небольшие там скольчики по ней. Но досточка интересная, потому что это царская Россия Кузнецова. Светильничек. Собака Германия. Вот такое вот блюдо, тоже Германия. Вазы, все грязное, все стояло на сервантах сверху, везде. Вон еще одна конфетница, вот какая-то бодейка, но интересная. Кузнецов, Будянский завод. Клеймо не просто как печатью сделано, оно выдавлено. Тоже есть небольшие скольчики по ней. Графины. Что-то меня поперло на посуду. Люди звонят. Вот такие фужеры интересные. Если видно, там вырезаны виноградные грозди. Зелененький. Ну, зеленая подножка и сам фужерчик. Там они даже с этикетками. Все буду перемывать. Все пересматривал, чтобы нигде не было
побито, что битого много оставил. Вот интересные агитационные маленькие тарелочки. Барановка 60-е и 70-е года. Первый раз вижу двойное клеймо такое. Пару штучек их. Также там хозяйка, которая продавала мне вещи, много пооставляла себе. Там фигурки. Здесь тоже с этикетками. Есть еще вазы с этикетками. Я их уже позабирал все. Цена на них была вообще копеечная. Пару китайских тарелок. Буду разбираться, что это за клейма. Огромная коробка с елочными игрушками. Просто здоровенная. Там игрушки в два ряда в ней. Вот такое вот блюдо. Видно резные. Все, резьба по стеклу. Вот. С птичкой, если видно, видно. Игрушки в два ряда. И такие целенькие игрушечки. Это ГДРовские игрушки. Буду смотреть. Вот здесь чего-то интересного попадется. Вот. Домик. Если не ошибаюсь, это ГДРовские. Вот. Ага, здесь нету. Показать вторую. Вот. Там птичка. Не буду доставать их. Вот какая-то тут что-то непонятное. Грибочки всякие. Ну, в основном это все шары. В основном шары. Но шары интересные. Необычные шарики. Здесь уже пружинка отломана. И хвостик. А есть хвостик. А вон хвостик выпал. Надо будет вставлять его. Вот красивая. Не знаю, кто-то мне говорил, что игрушки ГДРовские, они в темноте светятся. Ни разу не пробовал. Меня как-то просили, у меня там были какие-то. Но я попробовал. Но они что-то не светились у меня. Не знаю, действительно они в темноте светятся или нет. Ну и так по мелочевочке. Вот такие вот чайная пара. Тоже надо было смотреть по клеймам. Вот кашпо. Полонная старая, 60-е, 70-е. Пару фигурок стареньких. Подсвечнички такие. Ну и в принципе все. А, лафетник. Старый лафетник. Я думал, вот это скола, оказывается, это литье такое.
Тоже рюмка какая-то старенькая. Одна штучка была, не знаю. Для чая. И коробка тут со всякими вон документами. Орденские какие-то книжки. Что это? Удостоверение к медали. Даже не смотрел еще, что за медаль. Так. За боевые заслуги. Вот такие вот. Там еще какие-то бумажки, что получал. Там вещи, сапоги, еще чего-то, вещмешок. Ну вот, в принципе, вот такие вот у меня сегодня закупочки. Всем спасибо, до новых встреч. А я буду заниматься дальше. Мыть, сортировать. Всем удачи!